Всем здорово, народ, с вами снова Без Сахара, и данный видеогайд будет посвящен красным круткам, которые можно забрать на третьем и втором этаже бесконечного лабиринта и третьего города, которые недавно добавили нам. На носу уже новый патч 2.3, я с небольшой задержкой выкладываю данный видеогайд и, к сожалению, записываю его в лайв-режиме, поэтому, возможно, буду заикаться немножко и запинаться, вы уж простите. Значит, начнем мы с подготовки, что вам нужно для того, чтобы собрать без проблем все эти красные крутки в районе 7 штук, по-моему. Их. Первое, это нужно будет вам собрать терновник, плоды терновника, который собирается как раз-таки в лабиринте на втором этаже новой локации, и розы, которые собираются в вере, и, скорее всего, у вас их очень много, и большинство из вас уже, скорее всего, их все залутали, эти крутки, но, тем не менее, кто еще не видел или не успел, берите, пользуйтесь данным гайдом, кто успел, молодец, поздравляю, но, может быть, что-то новое вы для себя здесь и откроете. Но начнем мы не с кормления лисичек, а с дополнительного квеста, который даст нам возможность фармить руду и одну из круток, первую. На данный момент я показал, где находятся входы в эту локацию третьего города. Это, если что, на третьем этаже, в самом центре, в принципе, локации. Туда можно попасть с западной части третьего города, вы увидите на карте, и со стороны водопада. В центре этой закрытой, скрытой якобы локации, в кавычках, находится робот с квестиком, который вы берете. На карте у вас сразу появляется 5 меток, это пилоны, которые нужно будет активировать и забрать с них чертежи. Вы проходите по этим пилонам, успешно их активируете, там ничего сложного нет. Потом возвращаетесь обратно в место, где вы брали квест у робота. Здесь вам нужно будет активировать 5 панелей. Панельки эти, их видно, в принципе, вы к ним подойдете и увидите. То есть вы возвращаете эти чертежи, которые собрали 5 штучек, активируя 5 панелей. У вас заработает телепорт, который также видели, я его в начале вот этой части ролика показывал. Сейчас я к нему вернусь. Он заработает, вы успешно в него входите и забираете свою первую красную вкрутку. Но недалеко уходя, сразу же активируете в этом месте еще одну панельку, которая даст вам возможность фармить руду в этой локации. Фармиться она очень просто, так же как и любая руда, любой ресурс, который в принципе фармится в этой игре на картах. Вы бьете эту руду с помощью элементального оружия, цвет которого показан на руде, там если, то есть это фиолетовый, значит электро, красный огненный, синий лед и что у нас там еще осталось, физическое, желтое, по-моему, если я не ошибаюсь. С этой руды вам падает, как ни странно, руда. Мазоид ора она называется на английском. Данная руда будет нужна вам, чтобы закрывать прогресс у роботов NPC, которых, я думаю, вы уже видели или знаете, они помечены определенными метками на карте. Данная руда не спавнится, сразу вас предупреждаю. Ее есть ограниченное количество на третьем этаже, вы ее всю собираете, у вас как раз ее упор хватит, чтобы изучить у этих роботов для прогресса все, что вам будет необходимо. А теперь давайте займемся головоломкой с лисицами. У вас на экране сейчас карта третьего города, третьего этажа с отмеченными. Я для себя исключительно отметил всех лисиц, где кто находится, но вам лучше будет зайти все-таки в интерактивную карту, отсортировать ее только по фиолетовым круткам, и там как раз и будут находиться лисицы. Лисицы кормятся исключительно терновником и розами. Больше, в принципе, я никаких ресурсов для использования не встречал. После кормления всех 18 лисиц вы идете в исследовательский центр, это в правой части локации, в правой верхней. Разговариваете с лисицей перед входом в этот исследовательский центр. Она дает вам Crystamax Core. И дальше вам необходимо, если хотите поговорить со всеми, в принципе, собрать ресурсы с них, можете это сделать. Но вам нужны только две лисицы, которые сидят возле сундуков на входе, вот возле которых я бегал. У меня, как вы видели, их сначала не было. Вам нужно будет сначала телепортироваться куда-нибудь, неважно куда, потом вернуться. Я на тиммейтов вернулся. Это связано, видимо, с тем, что вы только что покормили их, и они не успели сюда телепортироваться. Возможно, нужно выйти было из зоны стрима, скорее всего. Может быть, это с этим связано, я честно не знаю, но вот как вариант попробуйте куда-то телепортироваться и потом вернуться. Как вы видите, я со всеми лисичками поговорил. Они мне дали кто что, кто-то ресурсы, кто-то голдовые крутки, валюты мира и прочее-прочее. У тех двух у ящиков мы забираем модуль, который нужно будет активировать на одной из панелей, вот, к которой я на данный момент подошел. Активационный модуль вы вставляете и подходите к роботу розовому, вот этому красивому, с ним разговаривать. У него очень длинный диалог, который вы пытаетесь как можно быстрее скипнуть, и в конце концов он дает вам красную крутку. Она у нас получается по счету вторая. И мы переходим дальше.
Третья красная крутка ждет вас прямо за мировым боссом Хараком. Вы его объезжаете, долетаете до того места, как показано на видео, и забираете ее. Ничего сверхъестественного здесь, слава богу, делать не придется. А далее мы перейдем к более интересным механикам и головоломкам, связанным с башнями на втором этаже бесконечного лабиринта. Итак, мы подошли к последним четырем красным круткам, которые находятся на втором этаже бесконечного лабиринта. Сейчас мышкой я показал примерный путь, который мы будем проходить. И на фоне будет видеоряд, где мы собираем вот эти все красные кубы. Нужны они для того, чтобы открыть обе башни. То есть в каждой башне есть по две крутки. Одна крутка находится перед боссом, вторая будет дана после убийства босса. Ничего сложного здесь тоже нет. Вы просто проходите, можете на паузу поставить тот фрагмент, где была карта, и также сделать себе отметки. К сожалению, на интерактивной карте этих отметок нет, и ассоциировать их не с чем. Но, тем не менее, чаще всего эти красные кубы находятся на островках, которым ведут зеркала, пройдя через которые эти острова будут активны. Также эти острова активны будут, если вы упадете на них сверху, но при этом, если вы будете залазить снизу или сбоку откуда-то, или пытаться притянуться, эти острова пропадут.
После того, как вы закончите с кубами, активируете их все и разблокируете проходы в башне, вы сможете выбрать одну из башен, любую, без разницы. Я сначала расскажу про верхнюю, потому что мы выбрали первую верхнюю. На данный момент вы видите, как активируется головоломка на самом верху башни, то есть зачищать всю башню или нет, это уже ваше право. Как хотите, можете сразу это делать, можете после. Но наверху башни, на практически последнем этаже, у вас будет головоломка в виде столбиков вот этих. Вы активируете ее путем нажатия на кристалл, да, центральный, который вы видели в начале. Будут загораться столбы в определенном порядке, вам надо наступить на них в таком же порядке. То есть активировать их в том же порядке, в котором они загорались. Порядок здесь один и тот же для всех, поэтому можете использовать мое видео в качестве примера. И если вы все сделаете правильно, то сверху упадет мостик. Перебежав через него, вы отправитесь на воздушном потоке прямо на верхний этаж к боссу. Оказавшись наверху, вы увидите сначала первую красную крутку, которая будет перед комнатой с босса, а после победы над боссом вам дадут вторую. Плюс крутки дадут еще некоторое количество ресурсов, что очень приятно. Босс не из легких, поэтому сразу готовьтесь к худшему. А мы переходим к нижней башне. В нижней башне вас будет ждать тоже такая же головоломка. Но, скорее всего, ее делать не обязательно. Мы это не проверили, поэтому информация фактически недостоверная. Проверьте сами. Сначала попробуйте подняться наверх и посмотрите, будет ли у вас активироваться бой с боссом цветком или нет. Если нет, значит придется все-таки это делать. А что нужно делать, значит, сейчас я расскажу. На протяжении подъема по всей башне будут расположены 12 грибов. Грибы точно такие же, как в Вере. Вам необходимо добыть с них крутки, то есть активировать, да, три раза принести к ним светящуюся сферку, которая берется из кристалла фиолетового, и он будет активирован, в принципе. Мы это сделали сразу же снизу, проходя снизу вверх. А попав на самый верх, вы встретите сначала первую красную крутку и вторую получите, победив босса. К слову, забыл упомянуть, что убить босса пачкой не получится, к сожалению, потому что при активации драки с боссом вас переносит в отдельный мир, и союзников вы не видите, и помочь они вам ничем, к сожалению, не смогут. Бонусом хотелось бы показать небольшой скип Хараха, который будет актуален либо новым игрокам, либо тем, у кого этот босс будет лагать. Вы можете вернуться на мост, пролететь в правую сторону первые и вторые мосты, которые будут под вами, и залезть в небольшую дырку, как я показываю на видео, потом упасть вниз и скипнуть просто босса и сразу оказаться возле сундука. Не знаю, насколько будет это полезно или актуально сейчас. В принципе, это пока что не пофиксили, поэтому можете пользоваться. А на этом у меня все. Если видео было полезно и как-то помогло вам, поставьте лайк, подпишитесь. Любая ваша активность на канале – это, естественно, хорошая поддержка для меня и мотивация. Вскоре выйдет новостной ролик по последнему патчу 2.3, также еще череда роликов по красным круткам в расширенном роли и так далее. Поэтому ждите, все будет, к сожалению, график не позволяет мне делать их настолько быстро, как выходит патч на глобале. Спасибо, что смотрели, услышимся в следующем ролике.